В эту субботу, 8 сентября, газета «Советская Чувашия» проведет юбилейную 80-ю по счету эстафету. Итак, группы, команды, средств массовой информации. В первый раз эстафета на призы «Советской Чувашии» прошла еще в 1932 году. В военные годы традиция прервалась, но уже в 1946 году журналисты, коллективы предприятий и просто любители бега опять вышли на старт. В этот юбилейный год в организации забега есть ряд новшеств. Прежде всего, хочется сделать такое вот предупреждение ко всем. На новый, обновленный стадион Олимпийский мы не будем запускать людей в кроссовках, спортсменов в кроссовках с шипами. Никаких шипов. Прям будет все очень серьезно, независимо от того, какой, насколько легендарный спортсмен, да, известный. Кроме того, с этого года за забегами будет следить апелляционная комиссия, которую создали, чтобы решать спорные ситуации. Участников и болельщиков ждут на Олимпийском стадионе к 10 часам. Призы хорошие, намекнул главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.